Вот. Как мы и обещали в прошлый раз, перед нами находятся три книги Танаха, которые с трех разных сторон смотрят на одну и ту же выдающуюся личность, одного из ключевых людей еврейской истории, ну уж точно во времена первого храма, человека, который все перевернул. Знаете, как это в Пурим говорят, на полу все перевернулось. Так вот, переворот в сознании еврейского народа, вообще в духовной атмосфере мироздания произвел именно этот человек. Мы с вами довольно подробно, разбирая вот эту книгу, книгу царей, обсуждали этот вопрос, пытались его понять. 16 лет царствует Йотам, до него царствует Узияу, совсем долго, 52 года. Йотам, тот самый царь, которому нет ни малейших претензий вообще, полный праведник, строитель, человек, содержавший страну не только в порядке, но и на высоко, высоко поднятой духовной ступени. И за ним 16 лет царствует его сын родной, Ахаз, который совершенно непонятно почему и как абсолютно все переворачивает, причем настолько переворачивает, и с такой невероятной активностью, с таким оптимизмом, энтузиазмом разрушает все вокруг, что диву даешься, не понимаешь, откуда в семье такого святого человека, предыдущего царя, родился такой наследник, откуда он взялся. Он тоже царствует 16 лет. Вот такая удивительная рифма. 16 лет на одной, на светлой стороне мира, и 16 лет на страшной темной стороне мира. Именно Ахаз заводит все некошерные идолопоклонские обычаи, бросает в огонь, проводит через огонь своих собственных детей. Как тут написано в Талмуде, в трактате Санхедрин, чудом спасается его сын Хизкияу. Просто, ну, иначе непонятно было, кого после него ставить на трон, сажать. Вот такой человек и такой страшный перелом. Мы обратили внимание тогда, напомню вам очень коротко, на особенность формулировки, которая повторяется в обоих источниках. И в книге царей, и в книге Деврея-Йомим, последней книги. То есть и книги, которую написал пророк Ирмияву в момент разрушения первого храма, и которую написал, составил Эзра во времена построения второго. Формулировка там такая довольно специфическая. Сказано, что он ло ааса аяшар бейнеаше, что он не делал хорошего, прямого в глазах Бога, подобно его предку Давиду. Не делал хорошего. Есть, обычно про царей, которые занимаются идолопоклонством, написано «Ваясара» – делал плохое. Что он делал зло в глазах Бога. Есть как классическая формулировка, которая везде употребляется. А здесь почему-то сказано, и причем и там, не делал хорошего. Мы вроде с вами выучили из этого, что нам хотят сообщить обе книжки, что он вот именно что не делал хорошего. Его была главная задача не делать хорошего. То есть, воспитываясь в этом прекрасном, добром, кошерном доме, он настолько уже от этой кошерности озверел, что ему хотелось что-то ей, этой святости, кошерности противопоставить, как, знаете, иногда бывает и в наше время, что в слишком приятной, мягкой обстановке вырастают бунтари. Люди, которые, наоборот, хотят всю эту приятную, мягкую обстановку разрушить, уничтожить, вырвать с корнем и устроить всячески ужасающие анархические действия, совершить такую геростратовскую с точки зрения человеческой истории перемен. То есть этот момент мы вроде как выучили.
Но удивительно, что, как вы видите, гораздо более толстая. Она прям вот видно, что она толще. Книга пророка Йешаяу, которая, как мы знаем с вами, огромное количество всякой очень-очень сложной информации. Она стоит в Танахе вроде как особняком, потому что пророк Йешаяу огромный масштаб имеет и в пророчестве, и в своем влиянии на людей. Но замечательно, что ни в одной, ни в другой книге то, что происходило между пророком Йешаяу и Ахазом, вообще не упоминается. Нет, ну, мы знаем, что пророк Йешаяу все-таки попал в книгу царей, его там упоминают, мы с вами говорили о нем, когда речь пошла про следующего царя, про царя Хизкияу, про все его там неприятности, что он не хотел жениться, из-за этого Творец приговорил его к смерти, пришел пророк Йешаяу. Все это мы с вами вроде как учили, еще к этому вернемся. Но про Ахаза и про их взаимоотношения ничего вообще не сказано. И в связи с этим надо понять позицию вообще наших великих законодателей в отношении этого страшного перелома. Мы говорили как-то с вами, что книга царей, в отличие от книги Девраим, она, может быть, все-таки чуть помягче описывает эпоху Ахаза. То есть весь вот этот вот жуткий поток негатива по поводу Ахаза, что там творилось, происходило, который выдается в книге Девраим, который уже открывает перед всеми, знаете, как когда закрытую информацию, которая хранилась в архивах, держит, а потом думает, ну что уже держать. Уже времени прошло достаточно, можно обнародовать. То есть Эзра, он обнародовал практически все плохое, что только можно было обнародовать про Ахава, и то, что он поклонялся идолам, ну, настолько с таким энтузиазмом, что утыкал всю святую землю идолопоклонскими местами. И то, что из-за его грехов погибли тысячи и тысячи евреев, потому что Бог насылал всякие нашествия на территории Иуды, и что эти нашествия были очень удачными. Все это написано здесь. Но почему-то в обеих книгах не указываются некие положительные моменты, которые касаются Ахаза. Задается вопрос, а вообще, какие могут быть положительные моменты, были ли они? Да, они были. Значит, мы знаем прямо из Талмуда. И если бы не Талмуд, даже из пророка Йешаяху мы этого не поняли, потому что пророк Йешаяху это зашифровано. Пророк Йешаяху тоже не захотел писать напрямую какие-то положительные моменты, касающиеся этого страшного человека, который полностью вывернул наизнанку всю еврейскую жизнь. После него все пошло правильно. Потому что до него как-то все-таки отношение к храму было другое. Мы помним с вами, что он поломал огромное количество вещей в храме, что он привез из Дамаска жертвенник и вставил этот жертвенник между жертвенником настоящим и входом в храм. Там невозможно было протиснуться из-за этого, войти. Он был абсолютно здоров. Он совершенно был здоров. Просто ему это было совершенно необходимо. Вот этот вот процесс духовного разрушения для него был величайшим наслаждением. А можно? Вот зашел этот царь, который хотел показать коинам место. Да? Узия, вот его дедушка. Да. И они его прокляли, и он, в общем, тоже умер. Так почему, когда этот человек делал такие вещи, ему это... Куда смотрела милиция? Это очень правильный вопрос. Мы с вами уже пытались в нем разобраться, потому что вроде как такой человек, как Ахаз, он должен был столкнуться с каким-то грандиозным сопротивлением. Его должны были остановить. Его не остановил никто. И то ли это было связано со страхом? Может быть, его дедушка, например, коины не боялись? Или, может быть, во времена его дедушки коины были гораздо крепче? И еще не боялись. Может быть, это было связано с какими-то безумными изменениями в обществе, потому что его вот этот вот поразительный контраст, который он создал в поведении своем по сравнению с поведением отца, вот это вот то, что он всем вообще все разрешил, открыл все увеселительные заведения и вообще сказал людям, занимайтесь чем хотите, как хотите, вообще. То есть, вот это вот все, оно, видимо, как-то
настолько сильно повлияло на общество, люди просто как бы с ума сошли от этого его энтузиазма. Он действительно показывал чудеса энтузиазма в своем поведении. Может быть, по каким-то другим причинам, но мы все-таки знаем из Талмуда. Что мы знаем из Талмуда? Талмуд вот здесь, в трактате Сангедрин, на 104-м листе. Когда речь идет про список царей, которые лишены вечной жизни, лишены доли в будущем мире, задает вопрос, почему среди грешных царей Израиля не упомянуты некоторые имена, некоторые цари, которые в своем злодействии ничем, казалось бы, не уступали остальным. И первым делом вопрос, первым касается именно Ахаза. Мипней мало ману это. Почему не посчитали Ахаза? Почему этот страшный человек, который с корнем вырвал всю красоту и духовность еврейской жизни, казалось бы, в своем поведении, он не считается среди царей, у которых нет доли в будущем мире? Как будто бы его не наказали. Значит, первый смысл простой такой, Раби Ирмия Барава говорит, потому что он находится между двумя праведниками. Между Йотамом и Хизкияху. Его отец великий праведник, его сын великий праведник. И как будто бы, учитывая, что уже как бы внутри семьи такой он там скрывается, между двумя великими евреями, его как будто бы и не наказали. Ему добавили заслуги. Ему добавили заслуги, да, и отца и сына. Ой, отца и сына. Вроде бы как бы это имеется в виду. Теперь, но Рав Йосеф говорит другую вещь. Потому что у него был стыд лица перед пророком Ишайя. То есть перед Ишайяу у него был стыд. Он как-то хорошо себя вел в присутствии пророка Ишайя. Ну давайте откроем книжку нашу уже, которую мы учим некоторое время. И попробуем понять вообще, что происходит. О каком стыде речь идет. Ну, седьмая глава начинается, да? Седьмая глава у нас. Первый стих седьмой главы. Прямо. Да, и Алеф, да. Ваиги бимей Ахаз. И было в дни Ахаза. Бен Йотам, сына Йотам, бен Узияву, мелех Иуда, царя Иудейского. Ала Рацин, поднялся Рацин, мелех Арам, царь Арам, Упеках бен Ремальям, и Пеках сын Ремальям, мелех Израиля, царь Израиля, Иерусалим, Иерусалим, ла милхама але, чтобы воевать с ним, вло яхоль ли лахем але, и не мог воевать с ним. Я напоминаю вам, что эту загадку мы уже с вами видали. Потому что о том, что два царя, арамейский и израильский, заключили договор, написано и в книге царей, и в особенности в Деврея-Йоме. Деврея-Йоме вообще очень подробно рассказывается, что арамейский царь договорился с царем Израиля. И они действительно жуткие жертвы и разрушения принесли иудеям. Но и там, и здесь, везде написано, что они, когда они подошли к Иерусалиму, они не могли с ним воевать. И что означает эта фраза, мы так с вами как следует и не разобрались. Что значит не могли воевать? Мы вроде бы остановились на том, что эти два царя, эти две армии, которые остановились перед Иерусалимом, как будто бы что-то такое почувствуешь, что туда идти нельзя, этот город, этот храм, святилище этого бога нельзя трогать, и решили удовольствоваться остальными городами и населенными пунктами в Иудее. Они не оставляли за собой ничего, кроме выжженной земли. Это был кошмар, как они убивали. Потом, значит, был момент, когда они взяли огромное количество пленных и хотели их превратить в рабов. Израильтяне хотели иудеев превратить в рабов, своих евреев. И мы с вами говорили, что пророк, некий Одед, один из пророков того времени, он пришел к израильтянам и сказал им, что вы неправильно себя ведете, что иудеи из-за своих грехов были наказаны, но вам ни в коем случае нельзя их порабощать. И там поразительный случай описан, что эти израильтяне, как вы помните, не только освободили всех своих пленников из Иудеи, они их всех накормили, напоили, одели, обули, отправили домой в Иерихон.
То есть проявили какую-то невероятную мягкость после этой войны. Но так или иначе, вся эта история описана. Они не могли воевать с Иерусалимом, они дошли от него. Сейчас здесь объясняется, наконец, подробно, только здесь, что там было, что случилось, почему они не могли воевать с Иерусалимом. Оказывается, Раши тут обращает наше внимание на то, что упоминаются отцы Ахаза. Ахаз – сын Йотама и сын Узияу. То есть два праведника, его отец и дед. Ну, дед, единственное, что он сделал, пошел с этим воскурением в храм, в неположенные для, значит, царя обстановки и в амуниции, неправильно себя вел. Но кроме этого, он делал все абсолютно правильно и кошер, его дед. Остальные предыдущие цари, Амация, который притащил там идола из Эдома, и тем более Юаш, который объявил себя Господом Богом на минуточку, да, при котором убили пророка Захарию. Значит, вся вот эта вот, они, конечно, здесь не упоминаются, но предыдущие два, поскольку он сын этих, потомок этих праведников, они да упоминаются. И, как объясняют здесь Раши, это, в общем, понятно из дальнейшего, что из-за заслуг его отцов, из-за заслуг его отца и дедушки, Иерусалим невозможно было взять. Иерусалим невозможно было взять. Дальше написано, смотрите. «Ваюгад левет Давид, и было сказано дому Давида лемор, говоря». Значит, обратите внимание, что это обращение к дому Давида написано опять-таки в том же Раши и в других комментариях, что даже не упоминается имя Ахаза из-за того, что он был злодей, его имя не упоминается, тем не менее к нему обратились через пророка. Насколько можно понять, пророк Ишаяву, он прямо пришел к царю и начал с ним разговаривать. И что он ему сказал? Смотрите, какой текст. Говорит, «Наха Арам Аль Эфраим». Насел Арам, насели арамейцы на Эфраима. То есть арамейцы насели на израильтян. В каком плане насели? Потому что они соединились с ними, они заставляют их воевать. То есть, в принципе, здесь есть определенная деталь, заслуга для Израиля, для Северного царства, что вот эту вот войну страшную, разрушительную для иудеев войну, начали не они, арамейцы эту войну инициировали и в итоге заставили, можно сказать, воевать Рацин. Арамейский царь заставил Пекаха, царя Израиля, идти на войну с ним вместе. И вот здесь удивительная фраза, что как только эта фраза была получена, была услышана царем, «Ваяналеваво», и затрепетало, зашаталось его сердце, «Улевав амо и сердце его народа, кеноа ацей яар», как трепещут деревья лесные мипанеяруа из-за ветра. Вот такая странная метафора. То есть, в принципе, в этой метафоре само по себе ничего странного нет, но непонятно, зачем она нужна и что она хочет нам сообщить. Что тогда, когда Ахаз услышал о союзе между его врагами, царем Израиля и арамейским царем, его сердце и сердце его народа затрепетало, зашаталось, так как шатаются деревья от ветра. Ну, здесь Виленский Гаон объясняет эту метафору замечательно. Просто и замечательно объясняет ее. Говорит, что есть в Мидраше удивительный отрывок по поводу деревьев. Что как будто бы обращаются к деревьям плодов и задают им вопрос. А почему не слышно вашего голоса? И плодовые деревья отвечают. Достаточно голоса наших плодов. А когда обращается к бесплодным деревьям, деревьям, которые ничего не дают человеку, никакой еды, им говорят, вот смотрите, почему так сильно слышат ваш голос? И понятно, потому что у них нет плодов. В чем дело? Дело в том, как объясняет Гаон, да, что когда у дерева тяжелые, качественные плоды, которые тянут ветки к земле, даже ветер, который дует, он особо сильно не качает это дерево, потому что дерево с тяжелыми ветками, ветки тянутся плодами к земле. Дерево, которого нет плодов, которое ничего не дает позитивного, да? Любой ветер его шатает. Понятная метафора, да, когда у человека есть сила, есть заслуга,
есть некое содержание внутреннее глубокое у человека, тогда его этот ветер не беспокоит. Как только содержания нет, понятно, что ветер начинает его шатать со страшной силой. Вот это вроде как идея здесь тем, что их прям зашатало от этой новости. И здесь дальше пасук гимн. «Вайомер Ашем» и сказал Бог Эль Ешаяху. Обратился Бог к пророку Ешаяху. «Це на, выйди, пожалуйста, ликрат Ахаз, навстречу Ахазу, а та ты ушар Ешу Бенеха и остальное поселение сыновей твоих». Очень странная фраза. Кого, собственно, зовут выходить навстречу к царю Ахазу? Не только пророка Ишаяу, оказывается, остальных его сыновей. Кто такие остальные сыновья Ешу Бенеха? Оказывается, это его ученики, все пророки, которых только можно найти. Их надо было взять с собой. То есть пророк Ишаяу не должен был идти один, он должен был идти впереди кавалькады целого собрания пророков к царю Ахазу для того, чтобы ему что-то очень важное сообщить. И где нужно было царя Ахаза ловить, смотрите где. Эль-Кце в конце. Теалат Абреха Аэльона, верхней части купальни вверх. То есть там была какая-то речка, какой-то затон от этой рядом речки. И там, рядом с этой речкой, как раз находилась купальня некая, некий такой вот вид озера. Эль Месилат Сде Ковес. Значит, на тропинке от поля стиральщика Ковес. Совершенно непонятная фраза, почему нам так подробно сообщают, где надо искать этого царя Ахаза. И вот тут, именно отсюда, мы знаем, и в Талмуде это написано, что там в действительности произошло, и откуда известно, что у царя Ахаза был стыд лица перед пророком. Оказывается, там действительно, где находился в этот момент царь Ахаз, что он там делал, история умалчивает. То ли он вышел к речке погулять, то ли проходил мимо по казенной надобности. Царь там находился в этот момент. Там как раз располагался такой маленький пункт приема грязного белья. То есть там находился стиральщик, некий человек, который, собственно, делал эту работу рядом с речкой. То есть рядом с речкой у него был пункт, ему тогда приносили грязные всякие вещи, он их стирал. Ничего такого вроде бы особенного не было. Мимо этого места проходил царь. И царь, при всем вот его невероятном энтузиазме в области идолопоклонства, он увидел издали пророка Ешаяху. Причем он увидел его первым, надо так понять. До того, как пророк Ешаяху увидел его. Царь увидел пророка, и он буквально заметался. Он очень не хотел попадаться пророку на глаза. Да? Он не хотел из-за своего вот такого грешного, идолопоклонского настоящего и прошлого, чтобы вот пророк его увидел и мусался. И что он сделал? Он взял предмет, первый попавшийся под руку, таз. Таз этого стирать, такой таз с дырочкой. Специальное приспособление, Талмуд говорит, значит, для стирки, потому что туда склали вещи, лили воду, и через дырочки вода сливалась. И вот этот специальный, профессиональный предмет, значит, вот этого, значит, клинера от стиральщика, он его взял и одел себе на голову. И встал там. С тех пор мы носим кипу. Да, с тех пор мы носим кипу. Миша, шляпу мы хотите сказать. Шляпа. Это была не кипа, это настоящая шляпа. А и вот это прикрылся тазом, а меня тут нет. Это было настолько поразительное движение для царя, для человека, который пользовался действительно огромнейшим авторитетом, который перевернул всю еврейскую жизнь. Вдруг он одевает себе таз на голову. Может быть, он не стеснялся, он просто не хотел его. Не хотел. Понимаете, из
такого поведения, когда человек залезает под, под таз, очевидно, что это был такой жест, жест человеку, у которого что-то все-таки еще человеческое внутри осталось. Жест выдающийся. Он попадает в книгу пророка Ишаяву, то намеком, то только говорят, что вот он там рядом с этими стиральщиками ходил, что он там что-то неизвестно что делал. Только из традиции мы знаем, что это было. Ни одна книга, ни пророк Ирмияу в книге царей, ни Эзра в книге евреев, никто ничего этого. Хотя это такой момент вообще. Самый цимис, царь, вдруг повел себя чуть ли не как раскаивающийся грешник. Чуть ли не чувузи, чуть не раскаялся. Своих, ну, конечно, ничего страшного не случилось, он хотя не раскаялся, да? Но он прям, это же удивительно. Нет, никто этого не пишет. Даже пророк Ишаяу намек. Надо понимать, какое было к нему, к этому человеку отношение. Но, как мы понимаем из дальнейшего, это ему не помогло, и конфуз был страшен. Потому что пророк Ишаяу понял, кто скрывается под тазом, и он подошел к этому тазу и к нему обратился. И это был такой большой конфуз, как вы понимаете, царю пришлось вылезать из-под дырявого таза. Вот, это пасук далит. Амарта Эйла. И ты скажешь ему, Ишамер вегашкет. Как бы это перевести? Остерегайся и успокойся. Так, остерегаться или успокойся? Ишамер, остерегаться надо в своем поведении. А успокоиться надо в отношении этих двух царей, которые на тебя надвигаются. Аль-тира, не бойся. Улевавхай твое сердце, аль-ерах, пусть не размягчается. Мишеней от этих двух, дальше формулировка, занвод аудима ашиним. Хвостов, но слово кочерга не имеет множественного числа. Кочерг, так по-русски не скажешь. Но ут – это кочерга. Причем это особенная кочерга. Они раньше не использовали железную кочергу. Они брали деревянную и ею мешали огонь. И эта кочерга постепенно сгорала. Потому что они мешали ей огонь. Она постепенно там покрывалась углями, эти угли отпадали. И она становилась все меньше и меньше. Так вот, это очень жесткое выражение, которое пророк Ишаяу от имени Творца передает. Это хвосты от кочерг дымящихся. То есть он обзывает двух этих царей с могучими армиями вот этими вот огрызками от кочерги, которые дымятся. То есть уже догорающие куски. В принципе, слово «уд», оно такое очень некрасивое слово, вот это вот кочерга, и очень часто используется именно как недобитое что-то, недоделанное, недогоревшее, какой-то огрызок от чего. Так вот это то, что говоришь, вот это вообще дымящиеся огрызки, а не люди. Ты их не должен бояться. И с этим мы просто не понимаем, что написано у Эзры. Эзра описывает, тысячи и тысячи евреев погибли от этого нашествия. Да, Иерусалим они идти побоялись. Совершенно по непонятным причинам. Не пошли уже. Ну, может быть, они тоже знали, что... Что-то понимали. Да. Что-то понимали. Кто-то... Побоялись сюда идти. Но остальное-то они же оставили вокруг Иерусалима выжженную землю. Дикое количество людей погибло. Творец говорит, это же вообще не люди. Это дымящиеся огрызки. Очень странная вещь. Имеется в виду, видимо, какая ценность Иерусалима. То, что они не в состоянии воевать с Иерусалимом, не в состоянии его взять, это из-за этого их статус полностью пропадает. Бехари Ав, в гневе, в горении гнева. Рацин ве Арам, Рацина и Арама, то есть царь Арама, Рацин и арамейцы как бы отдельно упомянуты. Увен Ремальяву и сына Ремальяву, то есть Пекаха царя Израиля. То есть ты не должен бояться их гнева, потому что этот горящий гнев, этот огонь их гнева, это на самом деле никакой не огонь, это дымящиеся огрызки от гнева. Вот такой. Дальше посухой.
Яан из-за того, ки яац алеха, что советовался на тебя, то есть совершил какой вот такой вот, затеял заговор против тебя, арам, ра, зло, да. Ифраим, к Ифраиму, увен Ремальяву, и сыну Ремальяву, лемор, говорят, то есть Ифраимом называется, как вы знаете, очень часто, все Израильское царство, все 10 колен. И с Пекахом, сыном Ремальяву, они говорили, пасук вам, на але Иуда, поднимемся в Иуду. И что, какое предложение? То есть, как именно арамейцы заставляли израильтян воевать с иудеями? Унекицена венавкиена элейну. Мы их разбудим, и мы разровняем их для нас. Разбудим и разровняем. Какая удивительная формулировка. Ну, разбудим, это примерно понятно. Потому что мы с вами знаем, что тогда, когда в стране, в Иудее, ну, в Израиле, собственно, тоже, начинался вот этот вот полный, абсолютный беспорядок в смысле религии, начинался бум идолопоклонства и разврата, народ переставал вести себя социально. То есть люди не ходили в армию по-настоящему, то есть они не могли быть в боевой готовности, потому что все эти игрища, все эти развлечения, они полностью деморализуют народ. Люди не могут вести здоровый образ жизни, потому что по определению вот эти все оргии, они не предполагают никакого здорового образа жизни, они предполагают постоянное удовольствие. Но где же здоровье это взять на такое количество удовольствия? И поэтому, поскольку действительно в период Ахаза абсолютно все было разрушено, и народ абсолютно как бы вот в смысле социальном, в смысле войны, в смысле защиты своих границ, народ спал. То есть вот это вот здесь объясняется, что арамейцы обращаются к израильтянам и говорят, мы их сейчас пойдем разбудим, потому что вообще страна находится в спячке. Вот эти все оргии, все эти бесконечные запрещенные удовольствия, они абсолютно поместили весь народ в состояние такого вот транса. То есть люди совершенно не осознают реальности, не участвуют в нормальной реальной жизни. То есть мы их сейчас приведем в чувство. То есть вот это первая часть фразы, да? А разровняем, это означает, что оставим от них ровное поле. То есть все будут уничтожены. То есть разровняем их совсем. И что? Главная цель. Венамлих мелех бетоха. И поставим царя внутри. Эт бен Таваль, сына Таваля. То есть у них уже был кандидат на то, чтобы занять трон царя Ахаза. То есть они шли воевать именно в Иерушалай. Видимо, поэтому, поскольку они свою главную цель не могли исполнить, из-за этого они называются огрызками горящими. Они шли именно в Иерусалим. У них был кандидат на то, чтобы сесть на царство. То есть тогда этого всего, как вы понимаете, вообще нет. Ни в одной, ни во второй книге, которую мы читали. Оказывается, что в этот период готовилось величайшее событие. В очередной раз готовилось объединение всей страны. Только не под знаменами Иерусалима. Вы знаете, что они несколько раз пытались объединить под гидой Иерушалаима. И царь Йошияху, он таки это сделал. Царю Йошияху это удалось. Да, вы знаете, перед самым уже разрушением первого храма он покомандовал какое-то время всей территорией Святой Земли. Но здесь они хотели объединить Святую Землю таким образом, воевать с Иерусалимом, Северное Царство и арамейцы, поставить своего ручного царя из колена Ефраима, то есть прямо из того колена, которое обычно руководило 10 коленами, то есть руководило Израилем, вот, и таким образом сделать централизованную одну страну со столицей в Шамироне, так, Самарии. Так, вот это вот идея, и как тут объясняют комментаторы, что за этим выражением «бен Таваль», поскольку тут есть такой хитрый способ расшифровки этого слова «таваль», что это за имя, скрывается слово «бен Рамла», то есть есть определенный соответствие в еврейском языке, в алфавите,
То есть, если алиф соответствует букве ламед, бет соответствует мем, то есть вот через определенный промежуток соответствия букв, так если подменить таким образом буквы этого товара, получается слово рамла, то есть сын Рамальягу, брата израильского царя, поставить царем в Иерусалим. То есть гениально простая идея. Сделать так, что Иерусалим и Шамирон, Иерусалим и Самария, что они будут руководиться двумя братьями, и таким образом страна будет абсолютно централизована и едина. Ко Амар так сказал, посук Зайн, да, Ко Амар так сказал Ашем Элоким, да, Бог, так сказал Бог Всесильный, мы как-то переведем, видите, Аднут, Алев Далет, Нун Ют, это имя, касающееся, как вы знаете, Шехины, присутствия Всевышнего в этом мире. Дальше. Имя четырехбуквенное, которое огласовано как Элоким, то есть это бывает тогда, когда качество милосердия на самом деле внутри себя является судом, наказанием, отдельный разговор, лотакум велотие, не восстанет и не будет. Не восстанет — это то, что никогда на троне в Иерусалиме не будет находиться представитель никакого другого колена, кроме колена Иуды. Никто, кроме потомков Давида, там сидеть никогда не будет. Вообще просто не о чем говорить. Велотье и ничего, и не будет тоже, что не будет никакого захвата Иерусалима. Дальше по сути Хэд написано. Ки рош арам дамесек. Потому что глава Арама — это Дамаск. Верош Дамесах, и глава Дамаска — это Рацин, царь Рацин. Он главный человек в Дамаске. Увеот шишим вехамеш шана, и еще через 65 лет ейхат Ефраим миам, спустится Ефраим от того, чтобы быть народом. Ну, знаменитая загадочная фраза, 65 лет. Значит, что сообщает пророк царю, не совсем ясно. Мы можем с вами просто обратиться к истории и выяснить, когда Ефраим спустится от того, чтобы быть народом. То есть, когда ассирийцы угонят 10 колен в плен, когда разрушится царство Израиля. Здесь написано через 65 лет. Ну, царь Ахаз, как известно, царствовал всего 16 лет, всего. А это был не первый год его царствования. Еще 6 лет после этого царствовал Хизкияу, его сын. То есть максимум, ну через 21 год, ну через 20 лет это максимум будет изгнание 10 колен. Здесь написано 65 лет. О чем я это разговариваю? Что это такое вообще? Оказывается, эти 65 лет надо считать с другого места. Оказывается, 65 лет сказал пророк Амос. В своей 7 главе. Пророк Амос, который был гораздо-гораздо раньше, который был во времена дедушки Узияву, вот этого, который с воскурением вошел в храм. И еще до того, как он вошел в храм, он, значит, за 2 года это все сказал, что через 65 лет 10 колен будут изгнаны, что через 65 лет Израиль падет. И надо было ждать Мальбима опять-таки, чтобы понять, как это вообще расшифровать. Почему вдруг здесь, лет за 20 до разрушения, максимум за 20, до разрушения, значит, Израиля, им говорят 65 лет. Эти 65 лет надо отсчитывать 40 лет назад, гораздо больше, чем 40. Так что здесь делает эта цифра? Оказывается, они очень часто цитировали друг друга. То есть им было известно пророчество Амоса. И говорит Мальвим здесь, что оно было Шигура Бефикольми Ас, что все прям знали это точно, это пророчество. И поэтому здесь написано 65 лет, чтобы напомнить просто людям, что уже давно, там 45-50 лет назад Амос сказал, что это произойдет. И просто напомнить текст того пророчества сейчас. Да? То есть процитировать то, что они знали. И что Ефраим падет. Берош Ефраим Шамирон. Пасук Тет, да? Глава Ефраима — это Шамирон, Самария. Врод Шамирона, глава Шамирона — бен Ремальягу, сын Ремальягу, то есть Пеках, царь. Им лота амину, если вы не поверите, то есть если вы не поверите в то, что сейчас вам сообщаю, что никаких побед
никакого взятия Иерусалима не будет, бояться нечего. Ки ло те амену, тогда вы не будете в доверии. Какая странная тоже формировка. Если вы не поверите тому, что сейчас говорят, потому что вы злодеи, вы тут все негодяи, идолопоклонники, значит, если вы не поверите, то вы тоже не будете наделены доверием. Очень странная вещь. Понятно, что эти люди не наделены доверием. Но оказывается, что здесь все-таки есть некая деталь, которую нам надо все время учитывать. Деталь, которая касается всех вообще времен первого храма. Мы об этом редко вспоминаем, а напрасно. Написано в Талмуде, в трактате Йома, что задается вопрос о поколении первого и второго храма, о разрушении первого и второго храма. Значит, поколение, при котором был разрушен первый храм, или поколение, при котором был разрушен второй храм, вообще времена первого и времена второго храма, кто хуже? Законный вопрос. Значит, первый храм, как вы понимаете, был разрушен из-за того, что святая земля наполнялась идолопоклонством прежде всего, и развратом, и убийством, основными грехами между человеком и Богом. Второй храм разрушен среди глубоко кошерных людей, которые не поклонялись идолам, не развратничали, никого не убивали. Вот. Ненавидели друг друга, гадили друг друга. То есть из-за отношений между человеком и человеком. Кто хуже, спрашивает там. И там дается в Талмуде, трактате Йома, четкий простой ответ в первой главе. Да? Тну и нехем лабира. Посмотрите на храм. Что это означает? Что через 70 лет после разрушения первого храма вы храм восстановили, а второй храм не восстановили до сих пор. То есть из того, что первый храм был восстановлен довольно быстро, мы видим, что гадить в отношениях с Богом – это, конечно, отвратительно и ужасно. И за это полагаются страшные наказания. Но гораздо хуже гадить в отношениях с человеком. Вроде как понятно. Да? Так там еще сказано про людей времен первого храма странная фраза в том. «Решаимай злодеи были», – говорит там, «вавальсаму бетхоном баше». Но они надеялись на Бога. Такая удивительная. Злодеи, которые надеялись на Бога. То есть вот эти люди – в большинстве своем, они не были идолопоклонниками, которые не верят в единого Бога. То есть они были идолопоклонниками, которые да, верят в единого Бога. Как такое можно? Еще как? То есть они понимали, что Бог есть, и что Он создал мир, и что Он за всем следит, и что, скорее всего, будут большие неприятности за то, что мы сейчас делаем. Но отказаться от этого не могли. То есть, как человек, который принимает наркотики, в сотый раз мы возвращаемся к этому сравнению, он понимает, к чему это идет. Он понимает, что это здоровье ему не прибавляет. Но отказаться не в состоянии. И вот этот вот момент, он здесь виден в очередной раз. Что Ахаз, к которому обращается Бог через пророка Ишаяву, во-первых, он, ему стыдно этого пророка Ишаяву, ему стыдно, что он не может от своих наркотиков отказаться. Но он не верит в Бога. Зачем он пришел к пророку? Нет, пророк не... Пророк. Творец ему посылает к нему пророка. И значит, он посылает к нему, потому что тот верит. Еще как верит? Что он творит, как да. Это верит? Да, так он сам же пророк, Господь с ним говорит. Не-не-не. Это все, это Ишаяву пришел к нему, а тот под тазом. Да, это вот тот самый момент. То есть Ишаяву ему рассказывает, что Творец ему сообщает. Да? То есть это все, то, что так сказать, то, что Бог сказал Ахазу, это понятно, что не напрямую. Как да? Же так верить? Бояться. Но невозможно отказаться от своего поведения. Вот это вот поразительная вещь. Она не была непонятна никому. Знаете, в Талмуде здесь, вот в трактате Сангедрин, этот вопрос задается. То есть люди, которые не понимали, даже во времена Талмуда, великие мудрецы, они не понимали, как это может быть, что знание, глубочайшее знание закона, с одной стороны. С другой стороны, они верили в Бога. И с третьей стороны, творили такие вещи, которые абсолютно не входят ни в какой разум. Ни в разум человека, который живет во времена Талмуда, ни даже в наш. Как же это может сочетаться? Так оказывается, вот это вот удивительное сочетание, оно для первого храма, для эпохи первого храма было совершенно нормально. Вот такое безумное сочетание. С одной стороны, ты все понимаешь и все знаешь, а с другой стороны, ты не можешь отказать себе в этих извращенных наслаждениях, которыми ты постоянно наполняешь свой досуг. А, и вот и тогда, когда ты не занят этим извращением. Вот что-то есть. А? Да. А куда смотрела жена? Да, жена.
жена спасала. Жена, мы знаем, она спасла именно жена Ахаза. Она спасла своего ребенка. Хиски, она спасла от смерти, потому что того тоже бы бросили в огонь бы в том же самом экстазе, и на этом бы вообще все закончилось. Но он ее не слушался, это другое. Нет, ну, слушаться жену — это все-таки довольно современное явление, да? То есть это в те старые добрые времена не всякий. То есть мы знаем с вами пример, да, царицы Изевы, которую слушался и царь Ахав. Почему? По определенным причинам, как мы помним. Потому что она не была еврейкой. Она не была еврейкой, да, с одной стороны. Ну, она как бы, какой-то гиюрчик там она прошла, понятно. Я лучше понимал. А мы помним, что там происходило, что никто не мог, значит, никаких мужских достоинств Ахава пробудить. Мы с вами об этом говорили, учили это, кроме Изевели. Она была единственная женщина, которая хоть как-то могла что-то от него добиться. Ну, и поэтому, потому что вот такая между ними была замечательная связь, не духовная, а материальная, а она действительно им крутила, она действительно руководила мужем. Но остальные мужчины, видите, как-то вроде были независимы от своих жен, хотя бы до какой-то степени. И вот это то, что здесь происходило. То есть вот Ахаз, он так себя ведет, и вот, вот в момент, когда он не поклоняется идолам, он не находится, то есть не под дозой, он просто идет по улице, проходит мимо таза. Так ему так стыдно, что к нему идет пророк, что он готов залезть в этот таз, пока он не под дозой. Потом он опять примет на грудь, и ему опять будет море по колено. Но пока он находится в состоянии более бы адекватный, этот короткий адекватный момент, тут его ловит пророк Ишаяху, начинает ему говорить, и говорит ему: если вы не поверите, будет считаться, что вы неверные люди. И мы спрашиваем: ну что, будет считаться, куда уж дальше-то? Смотрите на этих людей, чем они заняты. Неверные. Понятно, что они неверны. Оказывается, нет. Что все-таки в них есть этот, какой-то вот этот момент удивительный веры в Творца. Что все-таки они в Бога верят. И это плюс для них. Очень серьезно. И поэтому вы должны поверить. Сообщение заканчивается. Только-только собирается Ахаз, значит, уже без таза на голове уйти. Он получает еще одно сообщение. Пророк Ишаяху его не отпускает. То есть вот это пророчество очень странно. Оно выдавалось такими кусочками. Видимо, потому что царь Ахаз, когда ему вот это вот сообщили, да ты вообще не волнуйся, эти две армии, которые поднимают пыль, от которой солнца не видно. Да это вообще ерунда, это не армия, это огрызки дымящиеся. Смешно. И что я буду делать с этими огрызками, когда они подойдут к стенам Иерусалима? У меня таких армий нет, я вообще никоим образом ничего не могу противопоставить. То есть, видимо, как-то он не мог все-таки взять себе в голову то, что не волнуйся, это все ерунда, не печалься, не бери в голову. Как-то. Поэтому вот после паузы, когда ему дали возможность это все обдумать, Вайосе, посухью, да, Вайосе Вашем, добавил Бог, дабер эль Ахаз, говорит с Ахазом, лимон, говорят. Шеаль леха от. Попроси себе знак. Попроси чудо. Ты, ну, допустим, ты сомневаешься в том, что тебе пророк Ишаяху. Может, ты сомневаешься в пророке Ишаяху, что, ну, вдруг он там что-то неправильно услышал, неправильно трактовал в своем пророчестве, канал засорился у него связи с Богом. Может, ты сомневаешься, да? Так давай сделаем, как обычно бывает. Когда человек в чем-то сомневается, ему как такое там сверхъестественное явление какое-нибудь невероятное сделают такое, что у него потом вся голова кругом во все стороны крутится, и он думает: да, вот это да. Ну, подкрепить. Мистика. Ми им ашем элокеха, от Бога Всевышнего твоего, Всесильного. Понимаете, твоего, опять. То есть Творец обращается к Ахазу, к этому человеку, который бросает детей в огонь, утыкал всю святую землю идолопоклонскими заведениями, капищами всю землю покрыл, он говорит: вот попроси знака от твоего Бога. Так нельзя же ты лишить его свободу. Это другой разговор, потому что мы сейчас не про его свободу говорим, мы не хотим, чтобы он сейчас имел свободу. Правда, у царя же нет свободы. Да, мы хотим его в данном случае убедить просто. Мы хотим, чтобы он был уверен, что все будет нормально. И не сделал то, что он собирается сделать. Потому что он же что-то собирает, у него же есть план.
У любого нормального человека на его месте был бы какой-то план, что делать, когда на тебя надвигается такая тьма вражеских солдат. Что ж надо, что ж придумать? И у него была идея. Так вот, чтоб ты этого не делал. И такие нежные отношения, удивительные люди. Твой Бог тебе даст сейчас знак. То есть такое впечатление, что Творец разговаривает чуть ли не с праотцом Авраамом, с каким-нибудь великим царем. Вот я тебе и то, я тебе, ты только не волнуйся. Что такое? И причем какой знак? Посмотрите, какой текст. Амек Шеала. Углубись в преисподнюю, о Агбе Лемала, или поднимись ввысь. То есть ты можешь дать мне любое задание, говорит Всевышний. Сделать чудо где хочешь, где-нибудь под землей, в глубинах, или где-то в небесных высотах. Скажи, где тебе сделать чудо, дорогой? Совершенно неадекватный, абсолютно неадекватный текст. Человек, который так себя ведет, к нему такие обращения, как будто это прямо какой-то святой. И ответ подставил. Поразительный меч. Посуд 12, сказать, Вайомер Ахаз. И сказал Ахаз. Наконец он обрел дар речи, снял с себя таз и начал разговаривать. Да? Наконец начал разговаривать. Ло эш аль, я не попрошу. Вло анасе этажем, и не буду испытывать Господа. То есть, ну, человек, который читал вот эти две книги по поводу царя Ахаза, уже совершенно перестает понимать, что происходит. Потому что образ этого страшного злодея, чудовищного человека, который первым развратил по-настоящему всю территорию Иудеи, всю вообще, вот, храм ломал своими собственными руками. Да? Образ этого ужасного человека, он здесь совершенно какой-то неузнаваемый. Он говорит, нет, зачем уж тут? Как будто вот ему предлагают, хочешь чудо? Нет. Я не буду просить, какие чудо. Я верю и так. Я готов. Я с вами, товарищи евреи. Что произойдет? Через полчаса этот человек пойдет туда, куда он обычно ходит, и будет там такое делать, что смотреть будет страшно. То есть фильм ужасов можно снять, только ужасов о том, что он делал, о том, как он себя вел со всеми этими пробрасываниями детей через огонь, со всеми этими оргиями, которые там, ужас. И вдруг он вот так вот разговаривает. Значит, ну, надо сказать, что, конечно, это все-таки поза и... Ничего подобного на самом деле не сказал. В чем проблема? Дело в том, что даже после этой фразы, которую он произносит, к нему Ишаяву продолжает обращаться. И продолжает его убеждать. То есть из этого мы понимаем, что Бог, который, конечно, прекрасно понимает мысли человека, он понимал, что Ахаз ведет себя так исключительно из уважения к пророку Ишаяву. Кстати говоря, мы видим в Талмуде, что это ему пошло в огромную заслугу. Вся эта сцена безумная, с тазом, она пошла ему в заслугу. И говорит Талмуд, что из-за этого он не попал в список царей-злодеев, лишенных доли в будущем мире. Потому что вот человек имел такие отношения с пророком Ишаяху. Так его стеснялся, так делал вид, что он доверяет. Он не доверял. Он уже в принципе принял решение. Он уже знал, что ему нужно делать против этой толпы врагов, которая на него надвигается. То есть у него уже был план. Но поскольку пришел пророк морочить ему голову, он решил не связываться с пророком, не ругаться, не говорить ему, знаешь, что, как скажет его сын царя Ахаза, пророк, царь Хизкияу, он скажет, как он Господь сказал, забирай свое пророчество и выходи, мягко говоря, да? То есть этого не было, он очень нежно, ласково и с огромным уважением относится к пророку Ишаяху. Он говорит, нет, не надо никаких чудес, не стоит беспокоиться, я не буду ничего просить, делая вид, что он поверил, на самом деле он не поверил. Он этого не хочет, ему этого не нужно.
И он просто пытается сейчас отделаться от этой делегации, потому что пророк Ишая уже с учениками, там целая толпа людей. И царь хочет выглядеть перед этими праведниками еврейскими хорошим человеком. Что ему, собственно, и удается. Но это же все пустой разговор. Поэтому пасук Юдгимел, видите, Вайомер и сказал, «Шим у нас, слушайте, пожалуйста, Бет Давид, дом Давида». То есть опять к нему не обращается по имени. Он называется дом Давида. Человек из дома Давида. Некто, у которого есть единственная заслуга, что он происходит от Давида. Это говорит кто? Это пророк Ишая. Это как бы третий впрыскивание. Первый раз ему сказали, он вообще как-то не всерьез воспринял. Потом ему второй раз сказали, ну ты не воспринимаешь всерьез, давай чудо, давай мы тебе покажем фокус. Ой, не надо. Опять получается, что на самом деле он не воспринял всерьез. Ему говорят, нет, послушай, не надо этих вежливых способов, вежливых отказов. Нет, все-таки послушай. Амеат Микел, мало ли вам, говорит пророк, але от анашим изнурять, але от, вообще это слово Ваилулим Цоа Песах, оно первый раз проявляется в Торе, знаете, когда в Содоме всех людей, которые пришли вступать в однополые интимные отношения с ангелами, их поражают слепотой. Да, и они там ходят по этому двору и не могут найти дверь. Так вот эта фраза «Ваилулим Цоапета», они устали искать дверь, изнурились искать дверь. Так вот это слово, глагол «алеот анашим», да, даст, мало ли вам, что вы замучили людей, «китал у гам эт элукай», вы будете также мучить моего Бога, моего, говорит пророк Ишая. Вот здесь в третьей попытке он уже не говорит твоего, говорит уже моего. Ты так неправильно себя ведешь, это на самом деле скорее мой, а не твой. Нехорошо показываешь себя в этой ситуации. И что это означает? Мало вам изнурить людей. Что, ну, в принципе, буквально два слова на эту тему. Получение пророчества – это тяжелейшая работа. Потому что, как мы с вами понимаем, пророки очень часто, когда они получали информацию, они прям падали на землю. Они прям не могли себя нормально чувствовать, как в обычном состоянии. У них был такой транс, это была тяжелейшая работа получить эту информацию. Тяжелейшее духовное напряжение, как некая такая, знаете, глубокая медитация, еще с огромным напрягом. И вот в этом состоянии они уже были в третий раз, то есть пророк Ишаяву получал третье вспрыскивание. Первое пророчество он получил, не подействовало. Второе получил, не подействовало. Сейчас он третий раз. Мало того, что ты меня уже замучил, что я уже вынужден третий раз выходить на связь, мне дают опять, третий раз дают информацию для тебя подряд. Так ты хочешь что, замучить? Кого ты хочешь? Бога хочешь замучить? Но это, конечно, в смысле шутки такой-то, что Бога, конечно, замучить невозможно, но имеется в виду, что ты... Чего добиваешься? Ты что, не понимаешь, что то, что у тебя в голове, там сверху прекрасный вид? Зачем ты изображаешь из себя не весь что? Все понимают, что ты не веришь в то, что я тебе говорю? Значит, пасух Юдали, да? Лахен, поэтому, етен, имя Всевышнего, да, Бог, гу, лахем, вам, от, знак. Бог даст вам знак. То есть вы не хотели знака, вы не хотели, как Раши говорит, не хотели, чтобы имя Всевышнего осветилось с вашей помощью. Вы не хотели знака, тем не менее вы его получите. Здесь начинается загадка. Гене Ха-Алма. Вот девушка, гора, беременная. Вообще слово Алма на самом деле действительно девушка. И довольно странно, Алма беременная, довольно странная формулировка. Девушка, она не бывает беременна, женщина бывает беременна. Ну, на самом деле, тут это можно объяснить, как тут тот же Радак пишет, что, в принципе, Алма – это действительно очень молодая девушка, но она уже не девственница. Это девушка молодая, чья-то молодая жена.
понимаете? Имеется в виду, что некая молодая жена, она беременна. Вейолэдэт бэл. И родит сына. Такой знак. Векарат шмо. И назовет имя ему Иммануэль. Знаменитое слово. Иммануэль. Имя, которое... Монечка. Да. Имя Моня. Иммануэль. Это, в принципе, вроде как абсолютно кошерное имя, но крайне редко в религиозных средах. Крайне редко. То есть это, конечно, имя, оно означает Иммануэль, с нами Бог. То есть это абсолютно вроде бы кошерное имя, замечательное, красивое, но его не используют. Его практически никогда не используют, нам надо понять почему. Что за девушка, которая родит? Девушка, которая родит, это, на секундочку, жена пророка Ишаяху. Молодая. Которая должна родить ребенка, и она назовет его Иммануэль. Мы спрашиваем, где чудо, где фокус? Сейчас, в принципе, это не первый случай, наверное, когда молодая жена у кого-то рожает ребенка. Вот, и то, что его называют Иммануэль, тоже ничего особенного. Оказывается, нет. Оказывается, это сугубо между нами. Между мной, пророком Ишаяху, и тобой, царем Ахазом. Я тебе рассказываю, что она родит ребенка, и она назовет его Иммануэль. Мы ей ничего не рассказываем. Она должна сама вдруг неожиданно назвать его Иммануэль. Именем, которое не употреблялось до этого. Имя хорошее, красивое. Это новое имя было. Да, какое-то новое. Но вот она должна вдруг, неожиданно, что должно ей в голову ударить, что она назовет своего имя, ему имя этому ребенку Иммануэль. Дальше, больше. Пасук Тетва. Хем-а удваш йохэль. Масло и мед будет кушать. Этот ребенок будет питаться маслом и медом. Потому что он родится в земле, которая полна всякого блага. Прекрасный период. Есть, кстати, другое объяснение этого всего места совершенно, что речь идет про сына не у пророка Ишаяху, а сына у Ахаза. Что родится царь Хизкияху, будущий праведник, который все будет исправлять и так далее. Да? То есть такое тоже объяснение есть, оно тоже вполне кошерно. Но основное объяснение, что это сын пророка Ишаяху, которого будет звать Иммануэль, и он будет есть масло и мед. Что значит есть мясо, масло и мед? Люди, как вы понимаете, не питаются ни маслом, ни медом. Масло и мед – это добавки. Масло, например, с хлебом едят, да, с чем-то еще. Мед тоже с чем-то едят. То есть нам что хотят сказать? Что люди будут настолько богаты, что у них будет столько вот этих вот добавок, излишеств, как, что их можно будет есть вместо хлеба. То есть медом и маслом может быть питаться вместо хлеба. Такой будет прекрасный период. Так. Леда ато. По его мнению. По его мнению, по его подходу к миру. Маос бара. Он будет презирать зло у бахор бату. И будет выбирать благо. То есть этот человек по своей природе, этот Иммануэль, он будет далек от зла, он будет выбирать благо. И дальше, пасук тезайн. Ки бетерем ейда. До того, когда он узнает, Анаар, этот юноша, маоз бара увахор батов, как нужно гнушаться злом и выбирать благо, те азев аадама, будет оставлена земля, Ашер ата кац, из-за которой ты в ужасном состоянии, из-за которой ты дрожишь. Мипней шней млахе, из-за двух ее царей. То есть до того, как этот маленький ребенок успеет вообще вырасти, успеет понять, где добро и зло, этот Иммануэль, до этого уже будет опустошена эта земля.
Ну, мы знаем же в возрасте 6 лет царя Хизкияу. 10 колен были угнаны, выгнаны. Да, и это то, что он здесь пророк. Так его звали не Иммануэль. Да, конечно. Иммануэль в смысле того, что с нами Бог. Это некое такое аллегорическое название. Что он будет верить Богу. Да, что он будет вместе с Богом, этот ребенок. Хотя, конечно, это менее известный пшат, менее известное объяснение. Простое объяснение, что это сын царя, сын пророка. И последний пасук в пророчестве. «Вяви Ашем Алеха». Значит, приведет Бог на тебя. «Виаль Амха» и на твой народ. «Виаль Бейт Авиха» и на дом отца твоего. «Ямим дни Ашер Лобау», которые не приходили. «Лимием Сур Эфраим Меаль Иуда». С момента отделения Ефраима от Иуды. У тебя в твоей стране скоро начнется время, которого не бывало с тех времен, когда разделилось царство на два. То есть такой вы Эт Мелех Ашур, царя ассирийского, приведет. Да, и, то есть, с одной стороны, это будет время, прекрасное время царя Хизкияу, а с другой стороны, это будет время страшных набегов царя сирийского, и которые будут в том числе опустошать Иуду. Значит, это большое пророчество, в нем много чего. Мы с Божьей помощью в следующий раз уже более подробно его разберем. Значит, хочу немножечко все-таки с Талмудом тут разобраться, буквально капельку поговорить на тему того, что здесь написано, про царя Ахаза. Все-таки, да? Потому что вот эта вот вся ситуация с тремя книгами, она все-таки нуждается в какой-то трактовке. Почему самый положительный образ Ахаза находится у пророка Ишая? Самый отрицательный у Эзры и средний у Еремии. То есть как вот это разбирается? В книге царей Ахаз злодей, но все-таки не все еще в момент разрушения первого храма. Пророк Ирмияу не все еще рассказывает про него. Эзра в момент построения второго храма вообще весь негатив выдает. И до них обоих, во времена, когда храм еще стоит, пророк Ишаяву вообще показывает образ царя Ахаза, ну, во всяком случае, поначалу. Не столько катастрофически. То есть ни о каком особом идолопоклонстве, ничего он не говорится. Просто говорится о том, что вот был царь, которому дали знак, которым говорил Бог через пророка. Вроде бы ничего страшного. Значит, мы видим, что чем дальше, чем позже, тем образ Ахаза становился хуже, страшнее. В чем дело? Дело, во-первых, в том, что в момент, когда храм еще стоял, и царь Ахаз фактически царствовал в стране, в которой этот храм находится, естественно, что еще было очень много надежды на то, что он может исправиться. И то, что он себя так вел с пророком, эти надежды подпитывали. Понимаете, это было время надежды. Время, когда царь Ахаз надевал на голову таз, рифмуется, Ахаз на голову таз, понимаете? И это действительно был прекрасный момент. Люди думали, что вот-вот раскается. Вот-вот начнет себя прилично вести, закроет всякие оргии, там, идолопоклонские заведения, прекратит дозы принимать. И начнет вести себя как приличный человек. Но если у него такие просветления, поскольку это было в этот период, прям период просветления, здесь о них и написано. Пророк Ирмияху, момент разрушение первого храма, он понимает еще, что такое идолопоклонство. Он еще понимает, какой страшный Ецар, какое страшное дурное начало было у людей в отношении идолопоклонства. Поэтому он, конечно, ругает царя Ахаза, но еще не до конца. Не очень сильно. Потому что он понимает, что это время, его еще время пророка Ирмияу тоже в момент разрушения первого храма, время, когда это страшное влечение человека к идолам, оно еще живо, оно еще есть.
во времена Эзры, как вы помните, как раз во времена второго храма, в момент построения, этот Ецер, это дурное начало, было уничтожено мудрецами с помощью мистики, так сказать, средствами мистики было уничтожено дурное начало Галапагоса. И поэтому... Какой момент это был? А? Какой момент? Ну, момент практически перед самым построением второго храма. Эзра в этом участвовал. Лично Эзра в этом участвовал. И поэтому что? Может быть, вот только построили храм, сразу это сделали, скажем так. И этот момент, страшный момент, когда оказалось вдруг, что никто не понимает этих людей, никто не понимает этих злодеев, что они так убивались за это идолопоклонство, что они туда так бежали. Никто не понимает уже, никто не знает силы этого наркотика. Эзра уже раскрывает все документы и рассказывает про царя Ахаза, идолопоклонника, все ужасы. Весь негатив, который только возможен. Почему? Потому что сегодня уже нет этих людей, которые могут последовать за его примером. Нет этих людей, которые могут сказать, что нечего их ругать, мы сами такие. Этого ничего нет. Эти все факты являются чистым достоянием истории. Ничего реального от этого не осталось. Поэтому это, наконец, полностью раскрывается. Но мы видим, что постепенно, видите, постепенно терялась надежда. Надежда на этого человека и понимание этого человека, и записывание этого человека в абсолютные злодеи, оно происходило очень-очень медленно. Именно потому, что он старательно делал вид. То есть при всем при том, что люди прекрасно знали, чем он занимается, и он этого никогда не скрывал, его столкновения с праведниками, с пророком Ишаэлом, они выглядели настолько красиво и деликатно, что оставалось только развести руками. Как же так? Ну, может быть, наконец, вот сейчас он уже раскаялся. То есть все время на него была надежда, на царя Ахаза. И, видимо, это объясняет, очень сильно объясняет и его воспитание в доме отца, то, что его великий праведник отец воспитывал. То есть он вот до чего-то довоспитался. То есть какой-то хотя бы внешней толерантностью в отношении иудаизма его наделил. Он очень деликатно себя вел с пророком. И объясняет опять-таки то, что в его доме вырос и воспитывался царь Хизкияу, будущий великий праведник. Потому что он тоже видел, как папа с огромным уважением к пророкам относится, к иудаизму с огромным уважением относится. Что творит сам? Да, это неописуемо что-то. Просто что-то неописуемо. Но он же показывает свое отношение к Торе, показывает отношение к пророку Ишаяву. Да? Это тоже как-то воздействовало, видимо. И поэтому в итоге Гемара заканчивает. Очень интересная вещь. Что я хочу сказать? Пшат это... Очень интересный пшат, вот буквально вот в самой Геморе, последний на сегодня, что сначала говорили, вот почему его не зачислили в плохой список, потому что у него был стыд перед пророком Ишаяху. А в конце там говорится, ну хорошо, а царь Амон, который занес идола в храм, отец царя Ишаяху, через некоторое количество лет, идола, то есть не в храм, в святую святых. В святую святых человек занес идола. Имел интимные отношения с собственной матерью постоянно. Насиловал собственную мать. Что? Его не записали в список? Его не записали в список, потому что у него был сын Ешияу. Царь Ешияу, который сделал величайшую тшуву в истории иудаизма. Это история, когда нашли там свиток в храме, и вся вот знаменитая история с очищением всей святой земли от идолопоклонства. Это он сделал. Его сын. Сын этого чудовищного человека, царя Амона. Говорит Гемора, раз уж ты до этого договорился, значит, и Ахаза тоже не упомянули по этой причине. Тоже потому, что у него был сын праведник. Что сын передает свои заслуги отцу. Значит, и в этом как раз смысл. Почему мы отказываемся от предыдущего подхода? Почему мы отказываемся от мнения, что он имел стыд перед пророком Ишаяху, а главное то, что он имел такого замечательного сына? Потому что на самом деле то, что он имел стыд перед пророком Ишаяху, это только начало идеи, начало процесса, начало логики. А конец этой логики, что из-за того, что он имел стыд перед пророком и вел себя прилично хотя бы на показ, в итоге у него появился такой ребенок.
То есть дело-то в том, что именно его ребенок дал ему все заслуги. А заслуги появились из-за того, что тот вел себя с пророками очень уважительно. То есть то, что он вел себя с пророками уважительно, это только начало логики. Поэтому Талмуд от этой логики отказывается. И говорит, что главное, к чему это все приводит. Потому что приличное поведение папы приводит в мир замечательного ребенка. Вот это вот то, что хочет сказать Талмуд, и как он, в принципе, строит эту логику в отношении Ахаза. Ну, будем продолжать работать. Давайте выключим.